КДЦ «Союз» состоялся отчет руководителя территориального управления Малахова-Краскова Павла Максимкина. На встрече с жителями он подвел итоги работы за прошлый год и рассказал о планах на ближайший период. Подробности далее. В своем докладе Павел Максимкин подробно рассказал о работе, проделанной в каждой сфере жизнедеятельности поселка. В рамках проекта губернатора Подмосковья на базе 52-й школы открыт спортивный стадион с беговой дорожкой, футбольным полем и площадкой для баскетбола и волейбола. Близится к завершению капитальный ремонт двух учреждений образования – 46-й гимназии и дошкольного отделения школы номер 52. На сегодняшний день уже завершилась покраска фасада, ведется отделка внутренних помещений. Прокладка электросетей, монтаж канализации и вентиляции. В новом учебном году в школах полностью отремонтируют помещения, обновят фасад, кровлю, заменят инженерные коммуникации, противопожарную систему, установят новую мебель и оборудование. В Малаховке провели ремонт 10 автомобильных дорог. Это стало возможным благодаря активности жителей поселка. Павел Максимкин призвал и в этом году принять участие в голосовании на портале «Добродел». 31 августа проходит второй этап голосования по включению дорог в план ремонта на 2024 год. Какие дороги отремонтируют, решаете вы. На голосование вынесены участки автомобильных дорог, которые предложены жителям на первом этапе. После отчета руководителя территориального управления встреча продолжилась в режиме диалога. Жители задали интересующие вопросы и получили на них ответы. Обращения и пожелания, поступившие от них, взяли в работу. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.